мои големы. И не хочу, чтобы они больше умирали. Да, мы тут за каждого погибшего голема насадили просто вот такую огромную площадку красных цветов. Это маки или что это? Или розы? Я не знаю. Не важно, важно то, что это в честь умерших големов. Но также важно то, что у нас с тобой, Катя, 5,5 стаков железа! Это до конца жизни нам хватит вот этого железа, понимаешь? Ну и куда нам столько, скажи, пожалуйста. Сейчас курочку покушаю, подожди. Покушала. Ну и куда нам столько железа, скажи, пожалуйста. А вот это, кстати, я не знаю, да. Вот там еще один сзади, еще один! Да хватит, пожалуйста, я прошу вас. Слушай, это, нет, я взорву сейчас этот завод. Успокойся, подожди. Подписчики в комментах пишут идеи, пишут. Пишут. Мы каждый день читаем ваши комменты, но только комменты подписчиков. Вот, кто не подписан, тот кто? Я уже говорила миллион тысяч раз, если вы коммент не оставили, не подписались, вы и не подписчик, и комменты ваши читать не будем, все логично. Все логично, все очень логично. Ну так вот, эту идею с заводом големов я взял как раз из комментов. Я научился строить эту бесконечную ферму, и сейчас у нас с тобой бесконечное количество вот этого железа, вот, и цветочков. Это бесчеловечно. Я иду за ТНТ и подрываю тут все. Не-не-не-не-не-не, ну, Кать, подойди сюда. Опа, еще один. Я не могу на это смотреть. Как бы много железа это хорошо, идеи подписчика в комментах это тоже хорошо, но ради своей девушки я готов прекратить выработку железа в нашем бесконечном заводе големов. Ты его снесешь? Я его закрою к чертовой бабушке. Или переделаю в настоящий завод. То есть будут спавниться големы, которые будут здесь гулять, но не будут умирать. Они будут охранять твой золотой сральник, допустим, а? Вот это уже лучше, потому что я не готова рисковать столькими жизнями големов ради куска железа. Ну, кстати, да. Хоть как бы он и железо сделал, но душа же у него есть, он же как-то живет, он же как-то ходит. Опа, еще один, Кать, еще один идет. Да все, ну заделай там дырку, что ли, я ну, не знаю, могу, ну пока, не пока что не могу, но в следующих сериях заделаю, честно. Вот надо вот этого зомби убить, который там, у меня нет стрел, чтобы ее убить. Я его убью, и големы перестанут спавниться. Знаешь что, у меня есть идея. Ну? Я сейчас вот это все железо забираю с собой, иду делать броньку, железные мечи, мотыги ради тех жен и детей, которые остались в деревне. Без своих мужей. Кого ты идешь делать? Чё ты как... Ой. Ну ты видишь? Мужики-то работают на нас. Мы их украли, значит, из деревни. Ну, ой-ой-ой. Кстати, да. Мы же несколько серий назад вот этих жителей, мы же их своровали из деревни. Женам и детям не сказали. Притащили сюда. И они уже примерно 3-4 серии работают на нас и спавнят вот этих големов. Да, только бывает такое, что иногда големы мимо этого всего спавнятся и появляются почему-то здесь. Ну и хорошо, хотя бы жить будут. Так вот. Ну, ты поможешь мне? Подожди, то есть ты сейчас хочешь незаметно прокрасться в деревню, накрафтить кучу доспехов и раздарить эти доспехи всем жителям во время того, как они спят, типа как подарок, да? Ну да, потому что они себя сами защитить не смогут. Нам нужно усилить. Да, у тех жен, у которых мы забрали мужей, они же не смогут себя сейчас защищать, и своих детей тоже не смогут защищать. У них же мужей больше нет, они, можно сказать, в рабстве небольшом нашем. Но мы их отпустим. Но. Они у нас просто работают. Они у нас просто работают, да. А, за еду... По трудовому договору. Про трудовому, да. Но мы им, правда, даже едой не платим. Они просто так работают. Но мы заплатим. Вот в ближайших сериях я планирую построить еще... пока что не могу сказать, что... Да, и планирую снести вот это до 8 марта. Кать, это Эйфелева башня. Через пару дней, вот там уже совсем скоро, 8 марта. Я честно тебе говорю то, что до 8 марта я всю эту дичь перестрою. Вот. Все, тихо. Где наш секретный тайник с нашей черной бронькой? Пошли, пошли, только тихо, никому не рассказывай. Надеваем нашу ниндзя-шпионскую броньку, дожидаемся ночи и идем раздаривать все эти доспехи. А ты-то железо иди забери из големов, я пока броньку достану. Просто ты что, сразу не мог сказать? Я думала, ты забрал. Вот я тоже забыл. Все, иди, я тебя жду здесь. Так, надо броньку.
Бронька у нас спрятана вот здесь, в конюшне, на втором этаже, в черном шалкербоксе. Ну, типа, черная броня, черный шалкербокс, вот эта логика. Опа, вот это моя, а вот это Катина. Принесла. Принесла, сколько взяла? 4 стака. Молодец. Так, иди сюда, чтобы Чебурак не видел. Сюда, за угол. Надо вот здесь себе ее выбросить. Вот сюда выбрасываю. Так, забирай все вот это и надевай. Быстро, давай, быстро. Кай. Ой, так, так, тихо, тихо, тихо. Штанишки, ботишки, шлемишку и рубашечишку. Все, молодец. Выбрасывай железо, выбрасывай. Хотя, нет, подожди, подожди. Да, иди скрафти на все железо. Сколько в инвентаре места хватит, иди скрафти сеты брони, мечи, ведра. Ведра, может, им тоже пригодятся. И еще там кое-что. А я пойду скрафчу стойки для брони, чтобы сделать все красиво. Вот, пошли. Ну, ты, конечно, погорячился с моим инвентарем, потому что он всегда у меня засран, а так все хорошо. Ну, я сейчас возьму тогда шалкербоксы, которые у нас там есть. Вот там дома шалкербокс есть, возьми его, вот туда все засунь. Все, я сейчас приду. Немножко гладкого камушка, немножко деревца. Делаем немножечко палочек, парочку полублоков. И сейчас нужно сделать стойки для брони. Если я хорошо помню, да, они делаются вот так. Кать, сколько нам стоек примерно надо? Штук 10 нормально? Да, сойдет. Все хорошо, тогда делаю. Катюха, я готов. Ну ты подожди, подожди, сейчас. Я не так быстро, ты не так быстро. Кать, ты вот это яйцо снесла и потеряла его случайно. Да это у меня в инвентаре валялось. А, я думал, ты уже в куропатке просто заделалась. Да. Так, смотри, в этот сундук Пандоры, я не знаю, как называется, розовую штуку вот эту. Ничего себе ты скрафтила 9 комплектов брони? Да, теперь носочки, носочки забирай. Ага, это все я, да, должен нести? Ну потому что ящик этот занят уже. Ну, не хватило хорошо. Места под носочки. А ты мечи сделала, ведра сделала, мотыги сделала или нет? Слушай, ну я уже упахалась так, что ну пипец ну, просто. Ладно, ну ладно, подожди ты. Вот этого тоже хватит. Давай мы сначала им хотя бы броньку подарим, они уже будут защищенными. А мотыги, если что, потом, если они, конечно, у нас попросят. Все, я забираю шалкеровый ящик и потопали, давай. Все, давай. Давай, давай, пиндюль свою сраку вот сюда. Ну в смысле попу, ну в смысле пятую точку и погнали. Так, может быть, на поезде доедем? Да каком поезде? Не надо на поезде, давай. Мы так редко начали плавать по океану. Я ж прям соскучился. Ну да, конечно, давай потратим на это полвечера. Ты стойки-то сделал для брони? Все сделала, мать, не переживай. 10 штук, все. А с этой брони у меня 9. Ну, значит, одна будет лишняя. Все, в этом нет проблемы. Я как тень в ночи. Меня не видно. Я тебе раскрою секрет. Тебя везде видно. Ты черная, прям черное пятно гуляет по полю. Тебе видно. Тихо, блин, пойдем. Все, давай, пошли. Я надеюсь, то, что весь город спит. Ну, кроме големов. Големы никогда не спят. Вот. Но они нас вряд ли смогут спалить. Давай, заходи, дверь за собой закрывай, быстро. Мне кажется... Ой. Что уже все жители над нами просто смеются. Да думают, почему? Что за дебилы тут бегают постоянно. Да чё, да мы им подарки делаем. Ну как, изначально там людей похищаем, а потом подарки делаем, чтобы вот это задобрить всех. Так, пацаны, вы... Это нас... нормальная тактика, нормально. Это нормально. Так, ты можешь подвинуться? Вот это Евпатий Коловратий, отойди туда вниз. Вот там, там охраняй. Давай, Кать, заходи. Так... Тихо, тихо. Так, да ты не туда складывай, или чё ты сюда... О, нифига себе, 64 лазурита, чё здесь забыла? Это ты выложила? Скорее всего. Забери! Ну, у меня некуда складывать, ну пусть... Так, все, короче, я ставлю сюда стойку для брони, вот так. Надеваю железные ботиночки. И сейчас надо все остальное надеть. Забирай из ящика этого. Так, штанишки, рубачишечку и шлем. Кого? Шлем! Шлем. Все. Все, молодец, так я тоже это заберу. Вот. Все, вот так. Все, смотри. И не проснулся даже, Все. Да. Пошли. А как ты думаешь,
Вот в этом доме кто-то живет, который ты ТНТ взорвала. Вот этот. Слушай, мне... подожди со своим домом. У нас тут человек в вагонетке застрял. Да он там уже сидит в серии 10. Доставь его там, Кать, да ему там удобно. О, побежал, побежал, побежал. Вали, вали, спать. Мы тебе подарок принесли. И свинья, да что ж вы будете. Слушай, ты делать? Спасительница нафиг в черном костюме. Достать их уже. Уи! Пошли дарить дальше, Кать. Ладно, ладно, все, тихо-тихо. Идем. Открывай дверь, я захожу, ставлю стойку, раскладываю всю броньку. Давай, оперативненько, дверь открой. Открой и... дверь. С ноги, оп. Не оп. Надо с ноги дверь открывать. Так, а, подожди, а здесь никто не живет. Ну как, может, живет, может, просто вот в вагонетках сидели и заблудились. Тоже верно, так, это сюда, пиндюк, пиндюльк, пиздрыщ. Все, все готово. Давай, пошли, 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 пошли. Пацаны, а железная броня не нужна кому-то? Ой, она маленькая им будет, я шила не по их меркам. А, да, они, в принципе, полностью сами железные. Кать, ты смотри, как ты свинюха освободила, нехорошо. Ты бесишь меня. А свинью-то зачем бить? Не бей свинью, не бей свинью. А чё она? Так, здравствуй. О, здесь у нас романтичная пара, два мужичочка спят. Так, а как думаешь, сюда два сета брони или один? Ну, два получается. Ну, два. Два, так. Же. Отойди, отойди, отойди. Ну, проблема в том, что мы эти броньки крафтили для жен и детей, но, как я вижу, в этой деревне только мужики живут. Это здесь нет никакой проблемы в этом? Нет, абсолютно никакой проблемы, я не вижу. Хорошо, все, да. Пердак, пердак. Все готово, чей? Кач. Чей не пердак? Знаю. Их пердак. Ну, в смысле, все, сеты броньки готовы. Пошли. Там еще, кстати, на втором этаже есть дом, но туда сложно забраться. И, кстати, там наблюдатель, смотри, он никогда не спит. Я, кстати, его знаю. Он с самой первой серии стоит там на крыше и не даже ни шагу налево, ни шагу направо. Может, он приклеился? Кстати, возможно. Ну ладно, давай тогда его тревожить не будем. Пошли в этот дом. Ну хватит вот это! Ну люди же смотрят, чё, не стесняйтесь перед всеми вот это носиками щекотаться друг друга. Ой. Так, опа, здесь спит, здесь вот, расставляем, стоечка для бронечки. А чё, так можно было? Я тоже хочу такое дома у нас. Чё, камин? Да. Без проблем, сделаем даже еще лучше, чем вот этот. Я вам не мешаю? Хоть след с лица у человека. Слезь с лица! Ты его толкнула! Пошли, пока не проснулся! Выбегай! Быстро! Я его обратно сейчас, подожди, запихаю. Ты его сейчас с кровати столкнешь. Да ему и так нормально. Да сейчас, сейчас, сейчас. Ты его в камин сейчас затащишь. Он... Да подожди, спокойно, я выбраться не могу, застряла. Все, пойдем. Ты такая проблематичная женщина. Пошли. Голема починить надо вот этого. Ну подожди, чини, у тебя есть подожди. Железо. Да, я же теперь добрая. Чиню, чиню. Ты смотри, какой молодец, прям как новенький сверкает, блестит. Пошли. Слушай, а может мы пару бронечек оставим здесь в нашем госпитале для жителей, или здесь никому они не нужны? Ты знаешь, в принципе, можно. Да. Ящик оставить и уйти. Ящик? Да нет, давай вот я одну сюда поставлю, другую вот сюда поставлю, вот так. Это для врачей. Да, для врачей халаты железные. И труханы. Готово, Кать! Ну, потрясно, потрясно. Рассвет уже, пора валить. Надо валить, надо вот сейчас, давай тогда вот эти подарочки, давай я тогда вот это все выброшу просто вот так под елочку. Кто хочет сюда, приходит, пускай все забирает, бесплатное, ядрить, колотить, железная одежда, пошли. Угу, бесплатная. Уже, если бы они знали, если бы они знали, каким путем она досталась, кошка. Ну, кстати, тоже верно. Уже один проснулся, пошли. Уже второй проснулся, третий проснулся. Все, короче, проснулись. А мы туда, да, мы тут ночью улицы подметали просто. Не обращайте внимания, пошли. Это все, все, пошли. Мы просто ниндзя, ниндзя. Да, я бы сказала, какие мы ниндзя. Добромолчу. Ну, а пока сзади нас красуется пеструн. Мы молодцы, мы дело сделали, можем отдыхать. Это не пеструн, это Эйфелевая башня. Кать!
Да, да, я уже это слышала. Ладно, а сейчас у нас рубрика «Эксперименты от подписчиков», которые думают, то, что вот это вот в Майнкрафте можно делать. Но ничего, мы сейчас протестируем. Так, Эндер Жемчуг, ты знаешь, что мы с тобой будем делать или нет? Мне кажется, догадываюсь. Сейчас все об этом пишут. Под да, каждым. Под каждым роликом, в комментариях в Инстаграме, ВКонтакте, в группе ВКонтакте, под каждым постом, да, один коммент точно найдется. Эдисон и Катя, а пойдите-ка вы в пчелиный мир. Так мы и поверили. Подписчики говорят, что если кинуть эндер-жемчужину в улей, вот прям надо постараться так еще кинуть прямо в дырку, то мы окажемся в некотором пчелином мире, то есть внутри улья. Но как бы эксперименты есть эксперименты. Мы давно хотели это сделать, и вот сейчас как раз-таки после добрых дел можно сделать вот это странное дело. Ну давай, Катя, пойдем в пчелиный мир, он же существует. Так, давай я первый бросаю, хорошо? Подожди, а нужно кидать в улей с медом или без? Да без разницы, вот просто в улей, в дырочку. Вот сюда, в эту дырочку, если бросаешь, то ты попадешь в пчелиный мир. Ну давай, я первый туда отправляюсь, ага. Давай. Я в пчелином мире! Ну-ка, давай, сейчас давай я ты... присоединюсь. О, вот это пчелиный мир! Так, подожди, может в другую, может реально в другую дырочку надо кинуть. Может вот в эту, ага. Давай в другую дырочку скинем. Я в другую дырочку попал, я в пчелином мире? Сейчас я тоже в другую дырочку. Тоже нет. Мне кажется, мы просто не в те дырочки бросаем. Может вот, а нет, подожди, может вот, а может вот в эту, подожди, может в эту, тоже нет, а может вот, подожди, а может, вот, вообще что-то нет, никакого пчелиного мира, слушай. Разбился в дребезги, пытаясь попасть в пчелиный мир. Вот это судьба у человека. Слушай, Кать, реально есть же подписчики, которые верят в эту дичь. Пересмотрели там каких-то роликов с модами и думают, что пчелиный мир существует. А давай я сейчас создам фейковый пчелиный мир, якобы мы туда, ну, перенесемся и покажем то, что он все же существует. Ну, это будет такая прям шутка хорошая, ну, давай. Что, ну, если кто-то верит в такую дичь, то, что пчелиный мир существует, ну, давай мы тогда им докажем то, что он реально существует, а? Давай. Кать, слушай, мне кажется, он все же существует, просто мы не в ту дырку бросали. Надо бросить прям в костер, который находится под пчелиным ульем, и вот тогда тебя действительно перенесет куда-то. Ты готова? Прям в огонь? Прям в огонь, давай. Ну, давай попробуем. Давай. Раз. Два. Кидаю! Ой! Кать, тут пчелы начинают летать! Ой, у меня пчелы здесь вокруг в комнате летают! Кать! Кать, вот а я, кажется, в сорок застряла! Уйдите! Липко! Кать, мы реально попали в пчелиный мир! Значит, он действительно существует! Ты только посмотри, сколько здесь пчел! Офигеть, тут меда просто! Слушай, а в домиках, наверное, бутылки с медом? Да нет там никаких бутылок! Ты смотри, зачем тебе бутылки с медом? Ты просто ломаешь блоки за секунду! У тебя миллиард просто этих был... Кать, только есть одна проблема, я отсюда больше выпрыгнуть не могу, потому что мед присасывает. Так почему я? Ты... Я тоже не могу. Ты зачем еще ниже спускаешься? Ты сейчас вообще не сможешь выбраться, вот смотри. Все, ты сейчас вот там, на бедроке. Ну подожди, я выберусь, вот раз, вот. Ага, вот дальше уже никак. Нет. Все, ты застряла, я тоже. Проклятый пчелиный мир, зачем ты существуешь? Мы думали, что он не существует, он существует. Ага, собака, ты меня решила, да, подставить? Ну а чё, давай вместе будем тогда тонуть в меду. Ой. Ты чё? Всё? Они все стали злыми! Они все на нас! Проклятый пчелиный мир существует, мы не знаем! Ёпрысы ты, давай убивать их скорее. Что там происходит? Они все злые! Ёханый бабай, здесь столько много пчел в пчелином мире, то что, что мир даже лага... А, да, спасибо, да, офигеть, да, спасибо!
Не ходите в пчелиный мир. Там опасно. Там очень опасно, да. И очень страшно. И его не существует.